Петербурге будут открывать государственные наемные дома. Первый из них заработает на улице Еремеева уже в июле. В доме 178 квартир. Их будут сдавать горожанам, имеющим небольшой доход. Для того, чтобы получить право на аренду по льготной цене, надо встать на учет в жилищном отделе администрации своего района. В очередь поставят, если срок проживания в Петербурге 5 лет и более. Доход должен быть не больше 4 прожиточных минимумов на человека. Плата установлена у нас постановлением правительства. Она сегодня является, конечно, гораздо выше, чем та, которую мы оплачиваем с вами за социальный найм, поскольку это социальный найм, но ниже, чем она на рынке. Арендная плата будет составлять за однокомнатную квартиру порядка 7 тысяч рублей, за двухкомнатную порядка 10, за трехкомнатную квартиру порядка 14. К этой сумме также прибавятся коммунальные услуги. Преимуществом будут пользоваться городские очередники. Подробную информацию о доме и тех документах, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Горжилобмена. Город планирует это направление развивать. До конца 2016-го еще один такой дом появится в Кировском районе. На следующий год объемы пока не определены.